самом деле это ощущение того, что вы можете из этого положения встать, пятки отрываете. Если пятки вы не будете отрывать, то ваш центр тяжести начнет за пятки уходить. А вам нужно, чтобы компенсировать, нужно убирать коленки вперед. И тогда ваш вес начинает находиться в той же плоскости, в которой вы двигаете. Ноги чуть пошире поставьте. Вот его опустите. Встаем. Опустите. Так, ноги на ноги. Спину сейчас не напрягайте, а ноги хорошие. Это состояние, когда не надо опускать на вниз. Второй момент задержит, да? Когда ты держишь. Опять же, если ты спиной поднимешь, то совсем не будет. Во-первых, оно будет на руку шире. А нужно опускать именно центр. То есть. Опускать. Вот. А потом уже идет подъем. Поэтому сейчас сами встаем и делаем такое упражнение. Смотрите. Раз, потом и ложитесь. Потом. Нет. Самое важное, не падайте на пятую точку. То есть смотрите, сейчас я делаю вверх, ногу вверх, да, и сейчас поднимем. Подбородок прижатый, голову не поднимайте назад. Подбородок прижатый. Подбородок прижатый. Смотрите, как ассистирует дошу. То есть мухе, которая ассистирует дошу. Ваша задача его оторвать и положить на бок. Для Сашки это было впервые. Судя по тому, что Юра улыбается, у Сашки глаза были. Давайте мы это разберем примерно вот так. То есть вы уходите вниз, выравниваетесь и в этот момент выбираете. Опять же, нагрузка физическая, но он не поднимается. Вы оторвали и развернулись в корпусе. Оторвали и развернулись в корпус. Давайте. Если он ноги широко, ему приходится вес тела переносить с одной ноги на другой. Ему бросить меня будет очень сложно. Ноги, если у тебя как хочет. Мои ноги вместе. Почему? Потому что падать он будет все равно передо мной. Здесь. Там. 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 То же самое у вас коши ноги. Там. То есть идет на разворот бедра. Там. Идет на разворот. Движение. Вы уходите. Прогиб спины сначала, компенсация, потом ближняя нога ко мне, идет назад. На уши. На уши. Не успейте. На уши.
Смотрите. Сразу, мимо себя, мимо себя. Зашли. Мимо себя. Начните с прогиба спины. Сначала у вас идет компенсация, а потом идет ушиб. Ваша точка. Развал. Теперь вот эта атака идет сюда, а плечо идет сюда. И движение вот сюда. Ближняя нога ко мне уходит. А. Тенкай. Не тенкай, да, как мы делаем, а тенкай. И теперь... А что происходит? Происходит давление локтя в живот, нагружая переднюю ногу. И в этот момент она должна уходить и уходить на уши. Теперь рассмотрим плюс вашего ки. Что я хотел? Я теперь он уходит. Уходит нога. Это движение вы делаете просто, оттягиваете его к себе к плечу. И вот отсюда, вот мое положение. Он встает, забирает. А, еще раз. Здесь вот спина. Да. О. Поработайте с собой через него. Сейчас вот еще раз обратите внимание, что вы все это увидели. Когда вы подошли, ноги делают эту руку хорошо, а вот это далеко. Я хочу для этого не давать за голову, и здесь хочу взять за голову. Мне это не удается. То есть ваше движение сидит. Вот это состояние. Здесь вы выбираете подбородок. Скажем так, на которую принято смотреть. Это вот эту. Нельзя смотреть на руки, нельзя смотреть глаза, там на ноги. Вот эту точку. Поэтому и здесь эту точку я контролирую. Поэтому когда вы своего партнера внутри спиной, внутри подбородка, встань крепко. Он просто будет двигаться назад. Ваш момент, один из элементов, это опять же прогнуть. Поэтому, когда вы заходите, вот здесь вот ноги как раз вот на это состояние идут, когда вы падаете. Теперь вот с этого положения вы... Здесь, за спиной.
Вот сейчас для меня это важнее, чем вы будете делать деньги. Но все равно важно, как вы окажетесь за спиной потом. Дайте мне карточку. Важно, что вы... Раз. Два. Три. Я выключу тебя. Еще. Я бы хотел, чтобы здесь я освободить хочу своих помещений здесь. Чтобы вы знали, где ваш партнер, а ваш партнер все время не знал. То есть вот он за вас пошел, мы поменяли. Давайте. Вы делаете каждый все равно, если не окажется. Продолжаем уширим. Уширим. Заходит. Здесь я попытаюсь сейчас объяснить, почему я понимаю, что это есть. Раз. Начинает разворачиваться в вашу сторону. Вы ушли на дистанцию. Он продолжает на вас опять. Да, вы уже его. Поэтому если я буду делать это что-то раньше него, то у нее есть возможность каким-то образом отказать. Поэтому сделайте сейчас паузу. Первый. Раз, два, три. Защита ваша. Отошли. Для себя поймите ключевые моменты, которые есть. Время перемещения и вашего состояния. Объясните сам состояние в локте. Локоть не пронижается, не пугается. Видите, маленько видоизменяется в вашем варианте. Что я ухожу вот в этот момент, вот от этой ноги, и потом перевожу вес. Вот сразу я отсюда сразу не смогу. Я увел, потом уже вес тела начинает. И вес тела идет, вы не сможете это сделать, находясь на ним. На одном уровне вашего центра. Поэтому я приближаюсь к условию центра веса. Очень важно здесь стоять между двух точек. Это где его ноги. Если вы пойдете совсем за него, то сделаете шаг назад. Ваша задача начнет падать туда, причем вниз. А без возможности поставить ногу. И, как ни странно, вот здесь то же самое. Поэтому давайте сейчас мы... Раз. Первый вариант.
делать вот так вот. Прямо здесь. И потом уже. Поэтому пытайтесь все сделать вниз. А потом уже. А потом уже и Риме там, я не знаю, может быть, просто повышать. Мне, как говорится, с понижением вниз. С понижением вниз. Чтобы у вас появилось ощущение, что не надо наклонять свою голову. Давайте, то есть вот сейчас вот мы их все соединили что-то другое. Смотрите. То есть ваше состояние падения. В тот момент, когда я падаю, я не могу так вот держать. То есть не надо мне его как-то так падать. Вы опускаете это все вниз, потому что они все время про поглаживание говорили. Что вы там после его падения каким образом будете с ним работать? Ну, это уже дело аттестации, как вас вопросит. На самом деле входы. Для меня как бы интересно сейчас это. Два входа попробуем сейчас. Первый. Хорошо. Держись. И второй, когда вы уходите вот сюда. И потом. Первый, это рука. Старайтесь держаться хорошо, ваш партнер будет за вас страховаться, поэтому вы должны оставаться монолитным, чтобы вас не уронило. И второй момент. Раз. Они просто хорошо стараются, вообще говоря.